водный индикатор заряда и защита от воды. На распаковке сегодня наушники Hyper TVS Bryce V2. В комплекте наушники, зарядный чехол, кабель Type-C, две пары дополнительных амбушюр и документация. Наушники внутриканальные, черные, сделаны из глянцевого пластика. Управление здесь сенсорное. Есть специальная зона нажатия, которая нарисована на внешней стороне наушников. Звукоизоляция лучше, чем у наушников типа вкладыша, да и сидят они в ушах увереннее. Еще отметим форму наушников. Они не торчат из ушей, но не все смогут сразу подобрать удобное положение. И последний момент по наушникам. Защита от воды по стандарту IP54. Брызги воды им не страшны. Теперь о чехле. Он в практичном черном исполнении с матовым покрытием. Царапины собирает крайне неохотно. Из дополнительных фишек удобный индикатор заряда в процентах. Что касается автономности, одного заряда хватает на 3 часа работы, а комплектный кейс зарядит наушники еще 3 раза. Подытожим. Эта модель практически целиком прячется в ухе, не боится воды и хорошо отсекает внешние шумы за счет внутриканального форм-фактора. Она подходит спортсменам и людям, которые часто слушают музыку в шумной обстановке.